История с документами ВАДА об употреблении спортсменами допинга продолжается. Хакеры Fancy Bear опубликовали сведения о еще 25 спортсменах из 8 различных стран. В том числе фигурирует и наш серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, боксер Миша Алоян. Опубликованный список спортсменов вы сейчас видите на своих экранах. Хакеры отмечают, что у завоевавшего в Рио серебряную медаль Алояна 21 августа проба выявила наличие в крови туамина-гептана. Этот запрещенный препарат считается стимулятором. Но если в списке у России только один человек, это Алоян, то у США самая большая группа. Их 10. В частности, это золотые призеры Рио. Теннисистка Беттани Маттексанс, баскетболистка Бритни Гринер, пловцы Джек Конгер и Кэтлин Бейкер, а также легкоатлеты Деанна Прайс и Мишель Картер. Кроме того, упоминаются атлеты из других стран, таких как Великобритания, Дания, Польша, Чехия, Румыния и Германия. Хакерская группа также объявила о продолжении допинговых разоблачений в большом спорте. Следите за новыми утечками. Именно так говорится в их сообщении. Напомню, накануне была предоставлена всему миру первая часть данных ВАДА. Из этих документов стало известно, что теннисистки Серена и Венус Уильямс, а также гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Еленя Делледон, все американки, в разное время принимали допинг, и причем с разрешения и ведома агентства. И длилось это долгие годы.